Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня, 11 июня, я пришла показать, как выглядят мои томаты сорт Настенька у меня в теплице, которые я высаживала для получения раннего урожая. Первый раз, когда я решила посадить Настеньку, до этого я слышала, что мне говорили: «Ой, какой хороший сорт, какой урожайный сорт, он так быстро все формирует, завязывает плоды, получается урожай». Я, конечно, немного не верила и решила все-таки сама попробовать. И вот уже 5 или 7 лет я выращиваю сорт Настенька, и теперь я повторяю те же самые слова и хочу вам сказать, что это очень хороший урожайный сорт. Вот видите, сейчас даже нет середины июня, она завязала вот раз кисть, два кисть, третья кисть. Представьте, вот на третьей кисти, вот для сравнения руку сейчас подставлю, правда она у меня грязная. Вот томаты на третьей кисти уже вот такие вот. На первой, ой, грязные руки. На первой кисти уже полноценные томаты. Я думаю, что скоро они начнут буреть. Так что сорт Настенька никогда не подводит. Сколько лет я ее садила, выращивала. Всегда дружные урожаи, хорошая отдача плодов в любую погоду. Вот сейчас у нас идут дожди, солнечных дней очень мало. Но Настенька, как вы видите, у нее ни один, ни два плода. У нее вообще до самого верха стабильно на каждом кустике есть зависть. С самого низа до самого верха. Еще она обильно цветет, продолжает. Вот видите, сколько плодов? Вот, вот, вот они, вот они. На двух кустах очень большое количество плодов, и плоды не мелкие. Так что, если кто-то хочет получать ранний урожай, вот для получения раннего урожая вот этот сорт Настенька идеален. Он не капризный, он не израстает пасынками. Видите, какие толстые стебли, крупненькие томатики хорошие. Его можно смело садить рано в теплицу, он не боится, его не пугают перепады температур. Он здесь просидел, и когда было минус 4 два раза, правда, я немного подогревала, но все равно капризные такие тоненькие томаты, они этого не выдерживают. На них это нисколько не отразилось. Они еще, видите, продолжают цвести, и уже даже вот где, вот она помидорка, уже на самой верхушке уже зависть. Очень дружно вяжет плоды. Так что, кто хочет купить урожайный, действительно урожайный плодородный вот такой сорт, можете заказывать семена Настенька. Кто-то уже в этом году у меня покупал семена Настенька. Надеюсь, у них тоже хорошо вырастет. Летом будем делиться своими, как хвалиться своими успехами. Будем показывать, у кого какой урожай Настеньки. Но я думаю, Настенька никого не разочарует. Заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Там описание этого сорта подробное и есть фото спелых плодов. Желаю всем богатых урожаев. У нас дождь, но Настенька растет и радует хозяйку.